И сегодня сотрудники МЧС поздравили с Днем защиты детей и воспитанников первого детдома. Сейчас, в период пандемии, ребята и их наставники находятся в изоляции, поэтому визит прошел с соблюдением всех мер безопасности. Выпускники школы юного пожарного спасателя надели костюмы мультипликационных героев. Сохраняя дистанцию, для ребят провели концерт. На протяжении получаса малыши танцевали вместе со взрослыми, повторяя движения за ростовыми куклами. Не оставили детей без сюрпризов, им вручили воздушные шары и подарки. Наши дети не должны чувствовать сложность ситуации. На том стоим, потому что наша задача и наша работа заключается в том, чтобы каждый день для ребенка был счастливым. И особенно сегодняшний день. Мы уверены, что этот праздник будет радостный, несмотря вот на такую особенную обстановку. Очень тяжело сохранять дистанцию, потому что, когда мы приходим на праздники к ребятам, ребята как бы к нам прижимаются, обнимаются, там хлопаем в ладоши, все вместе, там хороводы, не хороводы. А сегодня это, к сожалению, забором, но все равно вот я думаю, что каждый ребенок частицу сердца пожарного спасателя сегодня получил от настоящих боевых пожарных, которые сегодня всю ночь тушили пожары, все-таки утром не опоздали, приехали, чтобы праздник состоялся.